Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег с Сейшельских островов Индийского океана. Для участников вебинара курса «Городская собака» я бы хотел бы снять вот этот вот ролик, да, комплекс упражнений. Мы сейчас будем ходить рядом изначально на формирование поведения. Не именно на моделирование поведения, где мы будем работать жестко амуницией, да, а здесь мы будем сейчас формировать поведение. То есть собака мотивирована на кусок еды. За этим куском еды мы, собственно говоря, и будем манипулировать. Дальше мы сделаем выдержку, и после выдержки мы поработаем по команде «Ко мне». А, причем очень важный момент, что после команды «Ко мне» выдержку делать не надо, потому что это будет нежелательное упражнение. А все, что связано у нас с выполнением команды «Ко мне», должно быть мотивировано только положительно. Итак, сейчас я не буду звать собаку по команде «Ко мне», а сам подойду, пристегну к ней поводок, только для той причины, чтобы не было связано у собаки «Ко мне», да, допустим, с тем, что ее пристегивает и чем-то начинает ее грузить. Вот, поэтому изначально я просто беру собаку самостоятельно на поводок. Заканчивать я буду хорошей вкусной командой «Ко мне», и после чего отпущу, чтобы у собаки сложилась ассоциация о том, что «Ко мне» — это клево, хорошо и вкусно. Поехали. Итак, вот у нас собака, да, сит. Вот у нас собака. Первоначально, как мы вообще отрабатываем команду «Ко мне»? Лучше взять в левую руку подкормку, несколько штучек подкормок. Поводок, видите, я под попы пропускаю. И изначально я делаю это вот так вот, то есть к носу собаки, да, и мы пошли рядом, 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 рядом. Шага через 3, через 4, рядом, и я выдаю подкормку. Опять рядом, 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 и выдаю подкормку. Очень важный момент, я не кричу собаку, когда корректирую ее рядом. А именно рядом, это всегда положительно, чтобы она хотела вернуться вот в это состояние, где ей давали подкормку. Очень важный момент. А постепенно, постепенно мы уходим от еды к носу, а делаем вот так вот, то есть точно так же у меня в левой руке подкормка, и я уже иду рядом, вот, раз показал, и руку уже держу вот на этом уровне, рядом, выдаю, опять, раз показал, рядом, выдаю. Опять показываю, руку держу здесь. У меня собака не тянется уже за рукой. Рядом, выдаю. Рядом, выдаю. Когда она отстает, я просто показываю. Просто показываю. Рядом, выдаю. Все, закончили упражнение. Сейчас я буду работать над выдержкой собаки. То есть... не буду делать я именно «Ко мне», а именно буду делать выдержку. Итак, подкормка. Ждать. Отхожу лицом к собаке, чтобы контролировать ее. Долго не делаю. Для чего? Для того, чтобы спровоцировать исполнение. Подхожу. И фиксировано на месте уже, не сходу подтягиваю руку, а именно фиксировано на месте, говорю: да, хорошо, молодец, да, и даю подкормку. Опять ждать, отхожу лицом для того, чтобы контролировать собаку. Постепенно увеличиваем дистанцию, постепенно увеличиваем расстояние. Подхожу, встал, зафиксировался, подкормка. Да, молодец, хорошо, да, браво, девочка моя. Так, сейчас мы будем делать упражнение «Ко мне». «Ко мне» используем удаление от собаки. Жертва убегает, хищник догоняет. Инстинкт используем. Сначала произносим кличку. Если собака не реагирует, подергиваем поводочком, удаляемся. В начале движения собаке говорим: да, молодец, хорошо, после чего даем положительное подкрепление в виде подкормки. Итак, Оси, ко мне, да, хорошо, молодец.
Ози? Да мне. Да, хорошо, молодец. Ози? Ко мне, да, хорошо, молодец. Заканчиваем всегда на пике азарта. Вот заканчиваем всегда, это очень важный момент. Командой. Молодец, хорошо, гуляй. Ну, хочет она гуляет, не хочет не гуляет, это ее личное дело. Вы дали ей команду вольно, а точно так же, как вы даете, как командир дает команду вольно своему солдату. То есть здесь очень важный момент, чтобы собака сама не приняла решение то, что она сейчас пойдет гулять куда-то, заниматься своими делами, а только с вашего разрешения. То есть команда «гуляй» — это точно такая же команда, обязательная к выполнению, как все остальные. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие и уважение с острова Маэ, Сейшелы, Индийский океан. Всем спасибо.